Время шашлыков, такой случай, допустим, очень распространен. Человек там кушал мясо, подавился, и ему начинает ладошкой со всей силы по спине хлопать. Ну, конечно же, делать нельзя, потому что, во-первых, удар ладонью, это просто, скажем так, бьем по коже, да, никаких мы действий таких спасательных не предпринимаем. Если даже вы и бьете, то бьете тыльной части кулака вот в эту часть груди. Но это тоже не идеальный вариант спасения человека. Если человек вдруг подавился, хороший способ ему помочь — попросить его сделать медленный вдох. Медленно-медленно вдыхает, а затем очень резко выдыхает, наклонившись слегка вперед. И так несколько раз. Если это не помогает, человек, покров его становится синего цвета, человек задыхается, берем человека под ребра, берем в замок и, соответственно, начинаем помогать ему извлечь инородный посторонний предмет дыхательных путей.